Всех приветствую! Сегодня буду заниматься очисткой дроссельной заслонки на Audi A6, кузовица 6, 2.4 двигатель у меня. Никогда этого не делал, буду делать первый раз. Значит, заглушка, точнее, панелька снимается. Здесь находится дроссельная заслонка, точнее, дроссельный узел. В первую очередь снимается этот патрубок. Здесь шлицевой отверткой, здесь шлицевой отверткой. Также здесь есть вот этот вот шланг, который просто так снимается. Вот так вот. Вот. И вот здесь вот этот шланг тоже так. Теперь сейчас сниму патрубок. Теперь, когда хомуты расслаблены, аккуратненько снимаем этот патрубок с воздушного фильтра из дроссельной заслонки. Все, патрубок снят. На всякий случай артикул откладываем в сторону. Теперь дроссельная заслонка наверняка никогда не чистилась. Я лично никогда ее не чистил. Значит, крепится защелочка, снимается разъем, нажимается вот на этот хвост. Все, по идее, теперь тут 4 болта на Т30, и все снимается. Четыре болта извлечено, также снимается вместе с ними такие кронштейны. Вот, аккуратно все отводим в стороны, и по идее дроссельная заслонка должна быть у нас в руках. Когда сняли дроссельную заслонку, рекомендую положить, чтобы туда в спуфтной коллектор ничего не попало, никакая грязь. Теперь наблюдаем за дроссельной заслонкой. Она тут пипец на самом деле грязная. Даже видно место, где она прошкрябала уже эту грязь. Это, видимо, масло с вентиляцией картерных газов поступает сюда. Вот, как бы не катастрофически, но видно, что грязи много. С этой стороны она абсолютно чистая. Ну как абсолютно? Я бы не сказал, что она грязная. А с этой стороны заметен налет. Теперь буду чистить уже вот таким лавром. Я уже чистил дроссельную заслонку на Шкоде Рапид. В принципе, нормально чистить. Сейчас обильно поливая, все это очищаем до блеска. Дроссельная заслонка тут на самом деле по диаметру отличается серьезно от того, что на Рапиде. Ну и двигатель все-таки в 2 раза больше. Все привел в такое состояние. Еще вот здесь вот заслонка вот так вот пальцами, в принципе, отклоняется. Здесь вот на вот этих гранях тоже присутствовал нагар, тоже нужно счищать его тут вот с краев самой заслонки. Теперь она, в принципе, чистая. Внутрь залезать я не буду, ничего смазывать, как в Рапиде, тут какие-то хитрые скобы. Ну и, в принципе, нет жал. Просто профилактика. Профилактика дроссельной заслонки. Теперь все, она такая чистенькая. Можно все установить обратно и адаптировать. По поводу адаптации. Не знаю, нужно ли это делать или нет. Кто-то без всего это делает. Но так у меня есть компьютер, я, в принципе, могу потратить лишние 5 минут, чтобы адаптировать ее. Лично я сейчас буду адаптировать дроссельную заслонку с помощью VCDS, VACOM, VASI Diagnos. В общем, вот это все одно. Один продукт. Для тех, у кого нет этого провода программного обеспечения, в общем, волноваться, наверное, не стоит, так как практика показывает, что после чистки все автоматически происходит, то есть вообще не нужно париться. Максимум можно попробовать снять аккумулятор, там, подержать подольше зажигание. В общем, какие-то такие манипуляции, но если вдруг плавать обороты начинают, то есть после запуска, после чистки дроссельной заслонки, запуск двигателя трудный, обороты холостые падают, в общем, вот тогда вот нужно что-то придумывать. Но я попробую адаптировать с помощью специального программного обеспечения. Значит, заходим в Select Control Module. Нам нужен двигатель.
первую очередь нужно проверить, что по нему нет никаких ошибок. Так, это заходим в fault codes. Ошибок нет, все отлично. Далее нам нужно зайти в небезопасное меню Basic Settings. Если не знаете, что делать, лучше просто так там ничего не тыкать. Выбираем 60-ю группу. Нажимаем Go либо Enter. Вот, здесь вот указано адаптация OK. То есть, в принципе, все хорошо. А, опять же, двигатель не запускаем, только зажигание. Только зажигание, ни в коем случае двигатель не запускаем. Нажимаем вот эту вот кнопку. Видим, что адаптация Run, адаптация OK. Все, на этом все. В принципе, больше ничего не нужно. Нажимаем Done, Go Back. Закрываем контроллер. И пробуем первый запуск. Я еще не пробовал запускать двигатель. Посмотрим, что произойдет. Ну что ж, вроде как все в норме. Двигатель сейчас прогревает. Стрелка не прыгает. То есть все окей. Заодно хотел бы показать. Ровно год прошел, как я покрасил руль. Кто-то мне говорил, что там за неделю все сотрется. Он просто вообще в идеале. Даже сейчас фонарик попробую включить. Вот, он в идеальном состоянии. Прошел ровно год. Единственное, вот это вот место самое нагруженное, здесь немножко чего-то потрепалось. Но ему уже год. В общем, в обороты снизились. Значит, двигатель прогревается. Все замечательно. Двигатель был холодный. На этом все. Чистка дроссельной заслонки закончена. Это чисто профилактические такие работы. Особого смысла я на самом деле не вижу. Но чтобы было почище, чтобы было что-то снять. Также смотрите комментарии, смотрите описание к видео, возможно, там будут какие-то дополнения. А так, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!